В селе Новониколаевка на территории одного из колхозно-фермерского хозяйства прошел семинар по селекции и выращиванию российских сортов картофеля. На нем присутствовали первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Андрей Тимофеев и начальник управления сельского хозяйства Виктор Татаринов. На этом дне поле было представлено порядка 12 сортов, вот опытные делянки. Присутствовали 8 фермеров с Новониколаевки и Болхун. То есть были представлены как белые сорта картофеля, которые имеют внешний вид вот, белый и желтый, и точно так же мякоть. Были сорта с белой мякотью, были сорта с желтой мякотью. Ну, а вот наружная окраска – это и белая, желтая, красная. Наружный вид – это одно. Естественно, рассказывали о достоинствах сорта по урожайности, по тому, как сорт может противостоять различным болезням. Естественно, говорили и о покупательском спросе, кто какой картофель предпочитает. Один из сортов, который был представлен на импровизированной выставке, сорт «Ластрада». Это новая разновидность семенного картофеля класса «Суперэлита». Уникален и по свойствам, и по вкусовым качествам, а урожайность неограниченная. К слову, некоторые актобинские овощеводы, 3 из них в Новониколаевке, буквально через неделю будут собирать «Ластрадный» урожай. В ближайшие дни в Новониколаевке у нас начнется уборка картофеля, в том числе в реализацию поступит вот и сорт «Ластрада». Сорт способен в условиях нашего района, нашего климата давать урожайность выше 40 тонн с гектара. При идеальной агротехнике, наверное, до 50. Картофелины такие крупные, ровные. В общем-то, мы вчера потом еще имели возможность и продегустировать даже, очень вкусные. А ахтубинцы смогут продегустировать на рынках наших? Будет этот картофель? Думаю, да, потому что наши фермеры – это же всегда оптовая продажа, да? То есть это отгрузка КАМАЗами. Но вместе с тем, те предприниматели, которые торгуют на рынке, они ведь тоже закупают продукцию именно у наших фермеров. Поэтому я думаю, что и тот же картофель Николая Петровича будет продаваться на рынке Ахтубинского района. Несмотря на то, что картофель белого цвета, а ахтубинцы почему-то отдают предпочтение красному картофелю, по вкусовым качествам «Ластрада» никому не уступает. К слову, и отечественные сорта с красной кожурой тоже будут произрастать на ахтубинской земле. «Кармен», «Фламинго», «Гэтсби», «Реал», «Прайм». Как уже было отмечено, на дне поля было представлено 12 сортов картофеля. Фермеры выслушали о достоинствах каждого и сделали свой выбор, который у большинства пал именно на сорт «Ластрада». Закупать его семена аграрии начнут в конце августа, а значит, в 2025 году. На столах ахтубинцев появятся различные блюда, в том числе и из данного вида картофеля. Получается переход сельскохозяйственной отрасли на отечественные посевной материал, который ни в чем не уступает импортным, в Ахтубинском районе успешно реализуется. Отметим, ранее на ахтубинских полях выращивали сорта голландской селекции.